يمكن الآن أننا نطلب العلم من بيوتنا بهذه الوسائل المطورة ولله الحمد، لكن الإشكال، كل الإشكال الآن عندنا أن الأولاد لا يرجعوا إلى هذا، إلى العلم، لكن يرجعوا إلى الألعاب وما إلى ذلك. В то же время, говорит, человек, говорит, в наше время, говорит, можно требовать знания, не выходя из дома, говорит, посредством, говорит, современных средств связи, телефонов. Но в то же время, говорит, мы видим, что наши дети, говорит, не уделяют время тому, чтобы учиться посредством их телефонов, однако используют эти свои аппараты для игр. Говорит, человек, мы до этого говорили, что, чтобы дома было какое-то определенное место, как подобие мечети, да, в котором совершается намаз и читается Коран. Также должна стремиться изучать арабский язык и практиковать его между мужем и женой, со своими детьми, своей семье. Также должна стремиться женщина выполнять в свое время на пятикратные молитвы. Особенно утреннюю молитву. Субханаллах. Ал-аулад ал-ан йастайкиду фил-галиб фи вакт аль-мадраса. وَلَا يَتَأَخَّرْ أَحَدْ أَمَّا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ تَأْتِ الْأَعْذَارُ وَيَأْتِ كَذَا وَكَذَا. Что, говорит, касается, говорит, наших детей, говорит, никто из них школу не просыпает, их старается разбудить вовремя, чтобы в школу не опоздали. А что касается утренней молитвы, то, говорит, обязательно находятся те, кто будет просыпать от нее, находя себе этим оправдание, говорит. أيضاً المحافظة على السنن الرواتب السنن التي هي مرتبة مع الفرائض. Также должны женщины, то есть должны уделять большое внимание тому, чтобы выполнялись сунны раватиб, то есть те сунны, которые приходят после обязательных молитв. Особенно те два раката, которые читаются перед фаджр, утренней молитвой. И также перед зухром, перед обеденным намазом читается два или четыре раката. И также после зухра, то есть после обеденного намаза, читается два раката. И также после магриба читается два раката, и после иша читается два раката. Также должны уделить внимание такой молитве, как витр намаз и ночная молитва. И также, говорит, молитва женщины в ее доме лучше, чем ее молитва в мечети.